Здравствуйте, меня зовут Ренат. Я хочу показать свой мультфильм. Я скажу вам правила ведения в лесу. Первое правило – не разводить костер. Второе правило – не обрезать зверей. Третье правило – не мусорить. Появился заяц. И он решил перебежать дорогу. А там ездило очень много машин. Вдруг появился очень новый человек, что он помог пройти дорогу. Злые люди оставили костёр в лесу. И появился человек, который потушил костёр. Злые люди оставили мусор после себя. И появился добрый человек, как он все убрал мигом. Я напоминаю правила поведения в лесу. Не сорить. Второе, не ломать деревья. Третье, не оставлять костер в лесу. Четвертое, самое главное правило, приедить природу. Спасибо за внимание.